Мы с Семеном женаты уже 25 лет. И у нас с ним крепкая и счастливая семья. Надюх, не могу. Клет у меня, клет. Ну вот ушел ваш дядя Семен. Кому, к Вере? Так ей и надо. Что ты так пугаешь-то? К женщине. Не к женщине, а к Вере Ванне. Ну раз и два мужика в одной квартире уживутся, а? Там нужно это за развод 650 рублей заплатить. Ну что ты, ну хочешь, сам заплачу. Половину. Танцуй, как в последний раз. У меня тоже есть свои мечты и желания. Я хочу жить своей жизнью. Тетя Надь, я только за. Может, вам попробовать себя в стендапе? Давай так. Надежда выступает на открытом микрофоне. Если она порвет зал, тогда ты берешь ее в основной конкурс. Сынок, мы, конечно, уважаем твой выбор. Мне кажется, вы все не так поняли. Соберись в кулак и вперед к мечте. Прямо сейчас.